В четверг после обеда во дворе администрации собралось много народу. Служащие различных отделов, по-деловому разобрав инвентарь, отправились наводить порядок по всему Московскому проспекту. Разбившись по группам, они охватили всю протяженность центральной улицы города. Начиная от станции, все газоны и зеленые островки стали предметом пристального внимания администрации. Но в этот раз они не составляли каких-либо постановлений и не инспектировали газоны на предмет нарушений. Все усилия были направлены на наведение чистоты на выделенных участках улицы. Постепенно тротуары и газоны стали приходить в приятный для глаза вид, и вся центральная улица наполнилась чистотой. Вот так работники администрации отметили чистый четверг. Теперь дело за малым – убрать мешки, появившиеся после субботника. Евгений Рашихин, специально для телеканала «Твой».